Добрый день! Сегодня мы рады вас приветствовать в сборочном цеху Каменского станкостроительного завода и хотели бы предоставить вашему вниманию станок с ЧПУ для плазменной резки труб модель 6000R. Сейчас я расскажу вам о технических характеристиках, конструктивных особенностях и области применения данной модели. Данная серия станков имеет цельносварную раму из профильных труб 200 мм с сечением стенки 10 мм. Хочу обратить ваше внимание на портал станка. Портал установлен на ровную фрезерованную поверхность, что обеспечивает стабильную работу при ежедневных нагрузках. Также хотелось бы в целом сказать о способе установки рельсовых направляющих и косозубой рейки. Геометрическую точность установки достигается за счет технологических возможностей завода. При производстве данной модели станка и данной серии станков фрезеровка, сверление отверстий, нарезание резьб, также фрезеровка посадочных площадок под опорные подшипники происходит за один установ на обрабатывающих центрах ЧПУ, также производства нашего завода. Поверьте, не каждое производство может похвастаться таким оснащением. Данные особенности позволяют данной серии станков производить высокоточную и качественную продукцию в промышленных масштабах. Качественные станки – это в первую очередь качественные комплектующие. Поэтому на станках применяются высокоточная косозубая рейка, рельсовый направляющий кайвин. В движение станок приводится шаговыми двигателями. Точность позиционирования достигается установкой редукторов с понижающим передаточным числом. По желанию заказчика на данную серию станков могут быть установлены серводвигатели. Они позволяют отслеживать позицию двигателя во время работы, что увеличивает стабильность работы станка и предотвращает от аварийных ситуаций. Все станки плазменной резки производства нашего завода комплектуются датчиком отслеживания поверхности по напряжению дуги. Что дает этот датчик? Это стабильность работы и качество выпускаемой продукции. По желанию заказчика мы оснащаем наши станки установками плазменной резки таких мировых брендов, как Coppertone, производство США, либо Helway, производство Италии. Также по желанию заказчика мы можем установить предоставленный ему источник плазменной резки со всеми настройками и адаптацией к работе станка. Что хотелось бы добавить по поводу датчика отслеживания поверхности. Данный датчик изготавливается специалистами нашего завода и может работать как по напряжению дуги, так и контактным способом, что очень удобно при резке металла больших толщин. Данная серия станков производится с большой размерной линейкой, что позволяет перекрыть потребности как малых, так и крупных производств и предприятий. Максимальный диаметр трубы, который может резать данная модель, до 300 мм. Длина может достигать 2, 3, 6 и даже 12 метров. Стабильность работы обеспечивает поддержки для заготовки. Также точность работы данного станка обеспечивает то, что поддержка труб стоит на ровной фрезерованной площадке, которая фрезеруется за один постановок. На данную модель есть дополнительная опция, как установка фрезерной головы. Что это нам дает? Это увеличивает возможности станка и позволяет делать фрезеровку, сверление и нарезание резьбы в металлических трубах и профилях. Также можно использовать станок для обработки деревянных изделий, для обработки бревен, что очень удобно применять данную модель в производстве деревянных домов и деревообрабатывающей промышленности. Уникальная система управления станком позволяет обрабатывать детали в полноценной четырехосевой обработке, что в значительной степени увеличивает ассортимент выпускаемой продукции и расширяет возможности для рынка. В данном станке установлены виброопоры, что упрощает установку станка на производстве и отпадает необходимость в подготовке специальной площадки для станка. Для удобства крепления заготовки на станке установлен трехкулачковый патрон, что делает установку заготовки либо ее замену быстрой и удобной. Станок оснащен отдельно стоящим блоком управления. Что это нам дает? В первую очередь это удобство управления станком и размещение блока в удобном месте для работы оператора. Также это защищает блок от негативного воздействия вибраций при работе станка. Специалистами завода проводится полная предпродажная подготовка станка, настройка всего оборудования. Также при отгрузке станка мы проводим обучающий курс по обслуживанию, работе и созданию управляющих программ для работы на станке. Спасибо, что посмотрели наше видео. Надеемся, что наша продукция заинтересует вас. Ссылка на станок в описании.
Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, посещайте наш сайт, поддерживайте всеми силами отечественного производителя. Будем очень рады видеть вас на территории нашего завода и показать наше производство вживую. Спасибо за внимание.